Всем здравствуйте. Какое это марта сегодня? 5-е, по-моему. Поехали с Вороном уже под конец дня дорожку себе набить на завтрашний день, а то обещают на сегодня у нас снегопад, чтобы до конца не задуло. Оттепель у нас сейчас около ноля уже, был плюс небольшой, но мы уезжали, с крыши еще капало. Вот так вот я вчера или позавчера ездил, тут снегу мы надавили. Поедем с Вороном завтра, если ничто у нас не изменится, собирать валежник. Там вот, вот такое вот, вот корешки забрали, а вершки нам оставили. Так что мы с Вороном их возьмем. Вот они лежат. Кослики находили. Айда, быстрее. Айда, айда. Главное не врезаться нам в березу. Дугу мы так одну сломали неделю назад. Это тоже ломано. А это у нас от нагрузки сломалось года два назад. Вот здесь мы уже вершок забрали. Сейчас кружочком проедем. И эту, в общем, пришлось перемотать нитками тюковыми. И все, и она пока работает. Тут прямо, тут у меня разъезд. Дороги я тут набил уже себе. Во всех направлениях, как удобно заезжать. Айда. Айда, 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 айда. Солнышка сегодня нету. Так в лесу красиво. Ох, чуть-чуть не выпали. Айда.
Так, тут нам надо левее поворачивать. Давай в целину. Надо было в тот поворот поплавнее выйти. Сейчас мы следы все запутаем. И все. Сейчас мы маленечко с вороном возьмем, у нас тут оставалось приготовленного, откопанного и отпиленного. Блин, а это длинное, наверное. Эх, надо пробовать. Надо пробовать. Легенький, хорошенький. Ворону в удовольствие их вести. Вот так вот. Сейчас вон он, у меня там сюда не заехать. Заехать, но плохо. На какой-нибудь пенек сядем и сломаем последнее, что у нас есть. Так что я тут пешочком похожу. Сейчас погружу и домой. Труд-стой. Вот так вот сейчас попробуем. Труд-стой. Провести. Снег плотный. Сейчас надо маленько его придавить, чтобы на сегодня минус 11, чтобы он уплотнился и подстыл. Очки запотели, не вижу нифига. Тут в двух местах надо аккуратно. Вот еще тут. Нормально везем, да, ворон? Пойдет, скажи. Последний раз тяжелее было. Дай, тяни. Тюк сена привезли тут на прошлой неделе под кормку косулям. Только косули тут на весь лес живет. Три штуки. Ну ладно, коровы хоть поедят потом весной. Ну а нам тут рядышком 15 минут шагом, 5 минут бегом.
так вот по чуть-чуть и поездим. Вот у нас с вороном самое тяжелое место на дым, и так вот волной. И не продавить санями, не пробить после метелей. Снег плотный. Эх, ногу зажевало. Поле он поземка маленько метет все-таки. Ну и все, прямо и огород. Да, ворон? Давай быстрее. Чего можно в два раза было больше грузить. Поле хорошо тут после метели выбило. И вслед все-таки попадаем. Для саней тут уже у меня набито твердо. Они колеей идут. Как-то вот так вот, этим и занимаемся.